Вот где этот учебник. А я его обыскался. Ого, это настоящие деньги? Спасибо, госпожа Удача. Я знал, что ты на моей стороне. Но деньги никогда не приходят легко. Так что бедному Джету придется постараться. Хочешь эту купюру, бедняжка? Она моя. Ну так возьми ее. Ого, какая красотка! Она просто ослепительная! Привет, мальчики! Может, пригласить ее куда-нибудь? Я почти дотянулся! Ну-ка, не мешайся под ногами! Мне нужно покорить сердце очаровательной дамы! Вау, это 100-долларовая купюра? Миссис Бейли! Я, должно быть, потеряла ее раньше! Спасибо, Джет! Эх, ладно! Серьезно? Может, поужинаем вместе? Если ты приглашаешь, это свидание! Вот выпендрежник! Я разбогатею и покажу ему! Что, если попробовать соединить эти два элемента? Бедный Джет упорно трудится для того, чтобы найти формулу успеха. Попробуем их смешать. Никакой реакции. Ладно, а если взять другие реагенты? Думаю, это должно сработать. Посмотрим. Ох, ну и надымил я тут. Кажется, что-то получилось. Субстанция довольно мягкая. Но совсем бесполезна. Еще одна попытка. О, это выглядит получше. Но его назначение все еще непонятно. Сегодня не лучший день для изобретений. Ай! Кто это сделал? Ой, а что это за штука? Она так забавно кликает. Даже бессмысленные вещи можно продать, если знать, как их подать. Это должен был быть я. Нужно попробовать смешать что-то совершенно неожиданное. Вот так. Вау! Субстанция стала золотой. Нужно ее опробовать. Вау! Окей. Эх, становится жарковато. Пора просыпаться. Доброе утро, мистер Вонг. Ваш свежесваренный кофе в постель. Попробуйте. Ладно, спасибо. Давайте избавимся от неприятного утреннего дыхания. Пора чистить зубы. Улыбочку. Парфюм с нотками морской воды придаст свежести. И не опаздывайте в колледж. Да, я уже выхожу. Вы собираетесь ехать на этом? А что не так? Вам нужен транспорт, соответствующий вашему статусу. Теперь вы очень известный. Да, это правда. Я разбогател за одну ночь. Вау, ничего себе. Тогда мне и правда стоит выбрать что-то другое. Может, спорткар? Это точно нет. Вот, хочу частный самолет. Ох, в следующий раз буду выбирать внимательнее. Помогите! Какой сегодня прекрасный день. Солнце так ярко светит. Рано радуешься, парень. Кто это? Что вам от меня нужно? Вау, меня реально похитили. Круто! Это прямо как в фильмах. Почему ты такой счастливый? Ты должен бояться меня. Я твой похититель. А, вы тоже здесь? Кто это вообще такой? Как вы здесь оказались? Я Энтони Майерс, лучший дворецкий в городе. Ладно, неважно. Сейчас я буду тебя допрашивать. Ого, класс! А он хорош, правда? Эй, сфокусируйся, воспринимай меня серьезно. Извините, а можете повернуть лампу на 2 градуса левее? Так загар будет более-менее ровным. Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Всю операцию мне испортили. Не переживай, друг. В следующий раз получится лучше. Нет, я завязываю. Это так весело, смотрите. Эх, он такой еще ребенок. Что это все? Ладно, займусь чем-то другим. Хочу полететь вот сюда. Пока, мистер Майерс. Ага, счастливого пути. И почему ему никогда на месте не сидится? Вау, я еще никогда не был в джунглях. А, змея! Браво, мистер Вонг. А я говорил, что джунгли плохая идея. Я не могу перестать чесаться. Я попробую покрутить еще раз. Только аккуратнее. Теперь богатый Джет может позволить себе отправиться в любую точку планеты. Я не ожидал, что на Северном полюсе так холодно. Мой чай превратился в ледяную глыбу. Давай, малышка, поднажми. Мы сможем выиграть эту гонку. До финиша осталось совсем чуть-чуть.
Да, я победил! Поздравляю! А, вы меня напугали! Успокойтесь, вы появляетесь так внезапно! Дайте сюда вашу приставку. Это все детские игры. Вы должны заниматься настоящим спортом. Гольф – это солидное хобби богатых мужчин. Вы должны попробовать. Как вообще нужно держать эту штуку? Всему его надо учить. Позвольте, я покажу. Это мяч для гольфа. Вы должны ударить клюшкой по мячу. Я правильно делаю? Ну, сойдет. Можете пробовать. Нужно хорошенько прицелиться. Ой, осторожно! Извините, я не хотел. Держите клюшку крепче. Давайте еще раз. Хорошо, я постараюсь. Сосредоточься на мяче. Кажется, любимое занятие богачей Джету не пришлось по душе. Но это никуда не годится. Это точно не для вас. Держите свою игрушку. У богатого Джета деньги разбросаны по всей квартире. Он просто не знает, куда их девать. Из них можно делать самолетики. Как они хорошо летят. Ну и бардак. Я никогда не привыкну к вам. Мистер Вонг, богатые люди так не хранят свои деньги. Вы должны относиться к ним бережно. Вы правы. Когда я был бедным, у меня была заначка под матрасом. Надежнее места нет. Я знаю, что делать. Я помогу вам убрать. Вау, у меня столько денег. Место для хранения денег называется сейф. Вы поняли, мистер Вонг? Да, я понял. Это последнее. Теперь мои денежки в безопасности. Я говорил, это лучшее место. Не могу дождаться нашей встречи. Нет, в таком виде вы никуда не пойдете. Сейчас я подберу вам наряд. А что не так? Давайте рассмотрим варианты. Так много. Богатый Джет должен выглядеть как настоящий джентльмен. Ну как? Давайте попробуем другой цвет рубашки. Не думаю, что это лучше. Может, костюм? Вы уверены? Да, вы выглядите очень солидно. Давайте я завяжу вам галстук. Помогите, я не могу дышать! Ах, как туго он его затянул! Это для тебя. Ах, спасибо! Как же его ослабить? Ужин для прекрасной пары. Ах, и вы здесь. Выглядит великолепно. Желаете еще чего-нибудь? Может, десерт попозже? Позовите меня, когда определитесь. Этот костюм такой неудобный. Он везде колется. Эта песня для тебя. Ты самая красивая. Это еще что за самодеятельность? Будь моей Кая. Ты так круто двигаешься. Еще никто не танцевал для меня. Что? А как же я? Мои чувства растоптали. Давай зажигать. Возьму перекусить. На диване не должно быть ни одной крошки. Вот так хорошо. Нет ничего лучше чая с печеньем. Подождите, не спешите. Теперь можете есть. Это уже слишком. У печенья вкус мыла. Я рад, что ты пришла. Здесь так уютно. Спасибо. Это потому, что я поддерживаю здесь чистоту. Я так нервничал перед твоим приходом, что выбирал фильм «Вечность». Правда? Ах, ты такой милый. Тебе не страшно? Нет, все в порядке. Ты такая красивая. Стойте, нужно убить микробы. Сам ты микроб! Ну вот, свидание испорчено. Куда эти голубки собрались? Звучит круто. Пойдем. Я выбрал лучшую маскировку. Ох, милый, смотри. Хочешь подойти к нему? Да. Подайте на пропитание. Я не ел уже несколько дней. Давай поможем ему. Возьмите, пожалуйста. Ты у меня такой щедрый. Ты делаешь меня таким. Ого, да я в жизни столько денег не видел. Здравствуйте. Да не пугайтесь вы так. Теперь я ваш дворецкий. Возьмите это и уходите. Он лишился всех своих денег. Пока. Мы будем по вам скучать. Ты сделал доброе дело. Пустяки. Кая, любовь моя. Твой парень теперь бедный. Тебе нечего с ним делать. Пойдем со мной. Я буду баловать тебя. Не уходи. Ты считаешь меня мелочной? Счастье не в деньгах. Запомни. Нет, не поступай так со мной. За что? Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!